Получить консультацию по различным вопросам или разобраться в сложившейся ситуации помогут представители профильных служб, ведомств и управляющих компаний. На выездном приеме ни одно обращение не остается без внимания. В Видновскую гимназию пришли жители проспекта Ленинского комсомола, Жуковского проезда, улиц Радужная и Ермолинская. Посетили встречу и жители других населенных пунктов округа. Староста деревни Спасская Алла Третьякова очень рада, что ей удалось встретиться с заместителем главы муниципалитета Татьяной Каляминой, курирующей вопросы ЖКХ. Во время беседы удалось получить разъяснение по многим волнующим темам. Обсудили все вопросы, которые нас тревожат с 2018 года. Они и ранее были, но с 2018 мы их поднимаем, но они не решались. Обещала нам нормально выстроить коммуникацию, да, и порешать вопросы благоустройства мусорных площадок, пешеходных дорожек, освещения наших проулков, ну и все другие вопросы. Продолжил диалог с населением глава Ленинского городского округа. Со Станиславом Катаровым обсудили возможность приведения в порядок некоторых участков в сквере Сосенки. Зона отдыха была благоустроена в 2021 году и стала любимым местом для жителей соседних домов. В парке гуляют от тех, кто делает первые шаги, и да уже достаточно взрослых подростков. Все ездят на самокатах, на велосипедах. Ходят пожилые люди. У нас есть бабушка на Жуковском один, которая на костылях гуляет по парку. Там дело не в том, что там... Кроме дорожек нет замечаний? Кроме дорожек замечаний нет. Мы выйдем туда, посмотрим. И, соответственно, желательно, чтобы там был подрядчик, который эти работы выполнял. Посмотрим, как с этим подрядчиком мы взаимодействуем. У нас сейчас проходит голосование по благоустройству сквера. Абсолютно верно. У нас у жителей, во-первых, у нас создан телеграм-канал «Сквер Сосенки», и там все наши жители 5-го микрорайона, 6-го, 3-го, 4-го. В центральной части все те люди, которые к нам ходят, без детей, пожилые люди в том числе. Да у нас такой вопрос. Мы набрали 3600 голосов. Мы ждем этого благоустройства второй части очень долго, и объем там совершенно небольшой. То есть мало того, у нас уже есть проект. По скверу, значит, вот эту вторую часть, которую мы отсудили, тогда в проекте надо посмотреть, сколько это было, стоило в ценах предыдущих лет, сколько будет стоить сейчас, чтобы мы смогли запланировать продолжение благоустройства. Потому что если даже свой телеграм-канал у сквера есть, то это уже точно организованная общность людей, которые точно нас поддержат. Также на встрече были рассмотрены вопросы общественного транспорта, эвакуации брошенных автомобилей и организация парковочного пространства. Напомним, что приемы населения в таком формате проходят на постоянной основе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.